Напомню, трагедия произошла 11 ноября в Самойловском районе в частном доме. Сгорели трое малолетних детей. Известно, что в момент ЧП трех- и двухлетние мальчики и девочка, которой 12 ноября должен был исполниться год, находились в помещении одни. Предположительно, их мама отлучилась во двор на несколько минут, а отец во время пожара был на работе. Семья состояла на учете в органах социальной защиты как малоимущая. Соседи говорят, мамы детей не было дома всего несколько минут. Она мне принесла карточку, чтобы денег заплатить. Пошла, говорит, в туалет, а с туалета бежит уже, говорит, дети горят. Проходила в туалет, говорит, не было ничего. Сгорелось быстро почему-то. Газ, наверное, скорее всего. Там шланг газовый, потому что лопнутый или сгорел, я не знаю. Говорит, что газ. В последнее время стояли на учете, как малообеспеченная семья. Да, к ним постоянно наведывались сотрудники соцзащиты. Мне кажется, стечение обстоятельств, просто такая трагедия. Вроде и домик неплохой, и семья не сказал, чтобы такая, ну, малообеспеченная, да, но таких много семей. Прям в течение обстоятельств, мне кажется, прям что-то случилось. В настоящее время по факту гибели малолетних детей следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности трем лицам».